Пожалуйста, озвучите результаты. Результаты будут озвучены после того, как подготовится протокол. Вы сами присутствовали? Конечно. Ну, тогда наверняка вы знаете, это ж никакая не закрытая информация, весь город за этим наблюдал. Все-таки, какой результат? Назарова, конкретно команда города Назарова, на каком месте? Я не могу сейчас сказать. А почему не можете-то? Ну, всегда это же первый год проходит. И каждый год со сцены мы слышим первое, второе, третье место. Первое, второе, третье место мы не заняли, правильно? Да. А какое заняли? Нет у нас пока официальной. Пока нет информации официальной. А почему не смогли мы занять первое, второе, третье место? Я не могу вам подсказать, почему мы не заняли. Выступали, все силы приложили. Но какая-то аналитическая работа когда будет проведена? Почему мы не заняли? Проведем по результатам. Когда будет итоговый протокол, мы соберемся и учтем все свои недочеты. Хорошо. Вы довольны тем, как выступала команда? Я довольна.